Здравствуйте. Новосибирские новости в эфире. В студии Лидия Захарова. Я и мои коллеги подводим информационные итоги дня. Смотрите сегодня в выпуске. 150 миллионов рублей на проект «Старшее поколение». В Новосибирске откроют центры для пожилых людей. Онкологический диспансер получит новое оборудование для лучевой терапии. А в районах области откроют дополнительные центры помощи. Поваров научили правильно варить сибирские щи. Скоро блюда местной кухни появятся в меню ресторанов. Управляющие компании Новосибирска получили сигнал «Оттепель». Крыши жилых домов должны оперативно очистить от снега, наледи и сосулек, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации. Всего таких домов по Новосибирску 4050. Так вот, уже на сегодняшний день составлен график сброса домов управляющими организациями. Он предоставлен и в администрации районов, и к нам, в департамент, муниципальную жилищную инспекцию. Поэтому на сегодняшний день мы выходим и проводим контрольные мероприятия в части исполнения этого плана. С 5 по 7 февраля температура воздуха, по прогнозам, днем будет выше нуля. После обрушения крыши в Академгородке мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился взять ситуацию с очисткой кровель на особый контроль. Рассчитывают и на сознательность собственников жилья. Опыт совместной работы у Департамента энергетики и ЖКХ города с активными новосибирцами есть. Старший по дому, к примеру, курирует благоустройство дворов и капитальный ремонт. Сегодня в результате настройки всей системы она работает так, что мы получаем даже благодарности. Это не часто бывает, но бывает благодарности. Даже и ко мне эти попадают письма, где говорят о том, что просим объявить благодарность за ремонт такого-то дома. 150 миллионов рублей получит Новосибирск в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Это позволит создавать центры дневного пребывания для пенсионеров, внедрять разнообразные формы ухода за пожилыми людьми. Это планы на будущее. Сегодня подвели итоги развития социальной сферы в прошлом году. Александр Сульдин продолжит. Иван Черкашин – фронтовик, воевал в Прибалтике радистом. Сейчас ему 99 лет. По дому помогает соцработник Ирина Фомкина. Хорошая женщина. Как это проявляется? Как это проявляется? А так вот, глянешь на нее и жить хочется. 25 лет назад Ирина работала инженером-программистом. Пришла сюда, думала на чуть-чуть, задержалась. Тут ты приносишь добро людям, помощь. Общение, которое им не хватает. Помощь и общение пожилым и одиноким новосибирцам обеспечивают более 2000 сотрудников соцзащиты. Социальная служба работает с людьми, которым нужно особое внимание, поэтому здесь не пренебрегают мелочами, даже при выборе помещения для отчетного собрания. Для этого определили торговый центр возле вокзала, недалеко от центра города. Добираться удобно. К тому же здесь есть хороший пандус и лифт. Достаточно вместительный, чтобы туда въехала инвалидная коляска. Открыли новый корпус центра «Олеся». Играть, развиваться, учиться здесь могут 150 детей в сутки. Начала работать социальная справочная служба. Здесь можно получить информацию о льготах и заказать социальное такси. Данные о льготах можно посмотреть и в интернете, в социальном навигаторе. Его запустили в прошлом году. Пожилым скучать и болеть не дают. Например, в Кировском районе работает реабилитационное отделение, по сути, профилакторий в шаговой доступности. Здесь можно позаниматься на тренажерах, пройти оздоровительные процедуры и просто с пользой провести время. В планах сеть таких мест по всему городу. В рамках программы «Старшее поколение» Новосибирск дополнительно получит 150 миллионов рублей. Там и создание центров дневного пребывания для пожилых людей, и создание разнообразных нестационарных форм ухода за пожилыми людьми, и создание междисциплинарных бригад совместно между социалкой и здравоохранением, и создание государственно-частных, муниципально-частных партнерств в части строительства зданий для размещения пожилых людей. Сейчас у соцзащиты задач стало больше. Теперь ведомство отвечает за обеспечение сирот квартирами, но появятся и новые возможности. Александр Сульдин, Даниил Смирнов, Новосибирские новости.
Сегодня обновленный генеральный план Новосибирска обсуждали в Кировском районе. Много вопросов у жителей частного сектора. Их беспокоит судьба прибрежных территорий. В частности, в генплане предусмотрена магистраль вдоль Оби. Жители в районе Бугров, условно Бугры, улица Социалистическая и рядом прилегающая улица Тульская и прочее, обеспокоены тем, что створ будущей магистрали в существующих документах приводит к большому сносу индивидуальных жилых домов. Поэтому они предлагают другие варианты размещения магистрали. Новую магистраль планируют проложить между Октябрьским и Бугринским мостами. Еще один вопрос – развитие микрорайона Затон. Пока в нем преобладает частный сектор, но по генплану это перспективная территория для строительства многоэтажек. Впрочем, среди жителей Затона немало противников такого проектного решения. Как отмечают эксперты, общественные слушания – возможность обсудить предложение. Я уверен, что должна быть возможность высказывать даже самые крайние точки зрения. Это просто необходимо для того, чтобы мы договорились, услышали друг друга. Не всегда возможно. Люди, отстаивающие свои кровные, действительно, их интересы, они не всегда могут согласиться с тем, что есть интересы общегородские. Новое оборудование для терапии получит онкологический диспансер. Два линейных ускорителя поступят в этом году. Потребность в терапии, в том числе лучевой, в Новосибирске высокая. Рак кожи – самый распространенный вид злокачественных новообразований. Сегодня, во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, новосибирцы смогли пройти обследование в тест-мобиле. Сделала это и Елена Богатырева. Сегодня тест-мобиль работает около Роял-парка, но очередь начала собираться еще до начала приема. На самом деле на каждого пациента врач тратит не более 5-7 минут, поэтому сегодня примут всех собравшихся. Большая часть пришедших – люди в возрасте, те, кому больше 60, в группе риска. Впрочем, о рисках все чаще задумываются молодые люди. Узнала в социальных сетях ВКонтакте, что будет проходить данная вот акция, решила приехать. Время получилось свободно. Вот приехать и узнать, есть ли у меня какие-то инфекции, заболевания. Врачи отмечают, что пациентов с онкозаболеваниями кожи становится все больше. Для диагностики достаточно визуального внимания к себе. На что обращать внимание, рассказывают волонтеры. Большое появление родинок, изменение их цвета, изменение их количества может судить о каких-то физиологических изменениях, которые могут привести к раку. В тест-мобиле с помощью дерматоскопа за несколько минут врач обследует у пациента родинки. Как давно появилось? 2 года, больше. 4-5 назад. Угу. То у вас внутридермальный невус, это ничего страшного нет у него. При малейшем подозрении врач выдаст направление для дальнейшего обследования. Здесь же сдают кровь на инфекции, поскольку 70% случаев онкологии имеют сопутствующие заболевания. Онкологию лечить сейчас очень сложно, дорого, проблематично, несмотря на все, что делается в этом направлении. А вот профилактикой заниматься это гораздо дешевле и гораздо проще. Поэтому наша задача, конечно, привлечь внимание народа к своему здоровью. Рак кожи – самый распространенный вид онкологии в нашем регионе. Причем к врачам обращаются уже слишком поздно. Смертность от рака стоит на третьем месте после сердечно-сосудистых заболеваний и травматизма. И на втором месте как причина инвалидизации населения. Сдать анализы на онкомаркеры можно во время диспансеризации. Специально для удобства работающих 15 февраля в Новосибирске пройдет субботник здоровья. Елена Богатырева, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Блюда сибирской кухни учат готовить поваров из Новосибирска. Им не только раскрыли секреты рецептов, но и рассказали об истории русской кухни. Кулинары повышают мастерство в преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею. Как правильно варить настоящие щи, узнала Анна Братушкина. Павел – шеф-повар, любит кулинарию с самого детства. Смеется, что жег немало продуктов. Но ужин для родителей готовил даже в первом классе. Сегодня Павел узнает секреты аутентичных сибирских блюд на практическом семинаре. Мы каждый день чему-то учимся. Это кулинария не стоит на месте. Всегда что-то новое, новые тенденции, новое развитие.
Новое обучение в других странах, новое обучение на каких-то новых проектах. Поваров и других работников общепита сегодня учат специалист по блюдам русской кухни Максим Сырников. Он не только показывает, как нужно готовить, но и рассказывает историю русской кухни. Объясняет, сибирская кухня – это сочетание блюд коренных народов и самых древних кулинарных традиций. Между сибирской кухней, предположим, уральской, ничего подобного нет никакого. То есть, да, есть отличия, есть свои продукты, есть свои блюда, которые не знакомы там жителям других регионов. Но все-таки это все в едином фарватере традиционной русской кухни. Сегодня поваров учат, как правильно готовить настоящие сибирские щи. Бульон обязательно варят на утином мясе, а капусту добавляют только квашеную. Щи по такому рецепту совсем скоро появятся во многих заведениях Новосибирска. А к молодежному чемпионату мира для гостей города даже сделают специальный буклет с названиями русских блюд и адресами, где можно их попробовать. Хотим удивить иностранных и не только иностранных гостей города, именно еще и кулинарными, так сказать, гастрономическими чудесами. Если турист приезжает в такой аутентичный регион, как Сибирь, конечно же, он должен еще и гастрономическим туризмом здесь позаниматься точно. Повара уверены, сибирская кухня – это очень вкусно. И интересно, она будет не только иностранным гостям, но и самим новосибирцам. Анна Братушкина и Евгений Макаров. Новосибирские новости. Электронные чипы выдадут участникам массовой гонки «Лыжня России». Их получат первые 400 человек, кто прошел электронную регистрацию на дистанцию 10 километров. Датчики позволят зафиксировать время прохождения дистанции с точностью до сотых долей секунды. Организаторы стартов рассчитывают повторить рекорд прошлого года, когда на дистанцию вышли тысячи новосибирцев, буквально от мала до велика. Я думаю, количество будем приближать к рекордной цифре, но то, что сами условия и погода будут благоволить, наверное, это и так сегодня уже понятно, потому что и погода будет там чуть ли не плюсовая, и специальная техника сегодня уже на базе Алика Тульского работает на центральном старте. По предварительным оценкам, в гонке примут участие около 15 тысяч человек. В Новосибирске, по традиции, главной площадкой станет лыжная база имени Алика Тульского. Старт основной гонки 8 февраля в 12:00. В программе соревнований дистанции на 5 и 10 километров, впервые 500 метров для детей, старт в 11:00, и вип-забег на 2020 метров. Электронная регистрация завершается 6 февраля. 7 и 8 подать заявку можно будет лично. Регистрация для спортсменов начинается 7 числа. Она у нас будет проходить на стадионе «Спартак». Она у нас будет проходить с 12 до 8 часов. Улица Мичурина, дом 10, второй этаж, правое крыло. 8 числа регистрация будет проходить на месте для тех людей, кто не успел так или иначе пройти регистрацию и хочет просто приехать и зарегистрироваться. Это тоже будет возможно. Это с 9 до 11 у нас будут установлены палатки, где будет также проходить регистрация. 16 новосибирских компаний стали призерами конкурса на лучшее новогоднее оформление. В состязании участвовали 400 предприятий. Итоги подвели накануне. Всем хочется, чтобы наш город, в общем-то, был красивым накануне Нового года, чтобы он был праздничным. Ну и откликнулось очень много организаций. Больше 100 совершенно точно, и мы ему чрезвычайно благодарны. Из 400 участников в финал вышли чуть больше 80. Улицы и витрины оформляли кафе и рестораны, цветочные магазины, парикмахерские. По словам предпринимателей, дизайн они разрабатывали сами. Все было сделано в первую очередь ради посетителей. Мы принимаем участие во всех конкурсах, проводимых мэрией. И нам очень приятно в них побеждать, в том числе и в этом. А готовились, ну, хотели сделать приятное всем своим гостям. Сделать так, чтобы это было красиво, заметно. Наскальные рисунки древних жителей Алтая могут увидеть новосибирцы, не выезжая в горы. Новосибирский художник Эдуард Логинов с помощью красок переносит изображение на ткань. Выставку его работы открыли в Доме ученых Суран. Каждый рисунок передает представление о мире народов, населявших Сибирь. Автор сам проводит экскурсии. О своем творчестве он рассказал Михаилу Якимову. Эдуард, всем известно, что петроглифы – это наскальные рисунки древних людей. А расскажите, как вы пришли к тому, чтобы вот переносить эти изображения? Как увлеклись этой темой?
Ну, ничего удивительного. Я много лет путешествую по горам, увлекаюсь туризмом, водным сплавом, водил много раз группы, имею такой большой в этом плане опыт. И за многие годы я постоянно сталкивался с древними изображениями, с петроглифами. Они меня всегда поражали своей лаконичностью. Поражало, как древние мастера могли, используя минимум средств, создать такие яркие духовные образы. Эдуард, ну вы же не только художник, не только придаете какой-то цвет, какое-то наполнение художественное вот этим работам. Вы же еще и умеете читать петроглифы. Что, например, изображено, ну, скажем, вот на этой работе? В древности люди не просто так выбивали изображения животных. Им было чем заняться, поверьте, это кропотливая, долгая работа, чтобы все это создать. Они изображали образы своих духов и богов. Скажем, неудивительно, что здесь олень помещен в верхней части. Это самый, можно сказать, добрый бог для древних людей. И самый важный. А сколько времени уходит на то, чтобы разыскать петроглиф где-то в горах? Бывает по-разному. Часть изображений я знаю, где находится. То есть я при подготовке экспедиций пользуюсь материалами, опубликованными археологами. Даже если знаешь, где это находится, пример, найти все равно очень сложно. Вот я пришел в место и задаю себе вопрос. Если бы я хотел обратиться к духам, где бы я это сделал? Вот посмотрю вокруг. Вот, о, вот здесь я бы мог. Иду туда обследовать. Вот данная работа называется «Солнечный мир». Она очень интересна тем, что вот эти все изображения посвящались верхним богам, солнечным, небесным, при проведении каких-то ритуалов. Вот этот, скажем, солнечный диск я выделил не случайно. Он на самом деле, что редкость, на этой скале выделен. Познакомиться с наскальной живописью древних обитателей Алтая можно в Доме ученых Саран. Выставка Эдуарда Логинова «Незримая» продлится до 9 февраля. По воскресеньям есть шанс попасть на уникальную экскурсию от самого автора. Михаил Якимов, Денис Савинский, Новосибирские новости. На этом наш выпуск завершен. До свидания.